Добрый день, дорогие партнеры! Меня зовут Даная Малахова, и сегодня я хочу для вас записать видео о том, как просто и быстро оформить свой канал YouTube. Дело в том, что у многих новичков возникает много вопросов о том, как скачать видео с YouTube, как залить на свой канал. Ну, о том, как создать канал, мы сегодня не будем говорить, потому что, собственно, видео уже существует, и это очень легко сделать с помощью почты на Google. Мы сегодня поговорим о том, как быстро это видео добавить и откуда его брать. Я нашла два простых приема, как это сделать очень быстро и легко. Что нам, собственно, для этого нужно? Нам нужно ссылку на YouTube-канал вашего спонсора. Дело в том, что человек, который уже работает довольно давно, все необходимое видео у него на канале уже есть. Это маркетинг, это видео, ну, если кому необходимо, что такое маркетинг, сетевой маркетинг, лохотрон или не лохотрон. Ну, в общем, все, что есть у вашего спонсора, вы можете приобрести себе на канал. И что нам для этого, собственно, нужно? Вам нужна ссылка. Ссылка на канал спонсора. Мой спонсор Светлана Генералова, она у меня в подписках, я сразу захожу на эту подписку, у вас, конечно же, этого может и не быть, просто в адресную строку вставите, собственно, ссылку. Что делаем мы дальше? Мы убираем первые буквы, вместо них, переводя на английский язык, мы вставляем SS, Enter. И что мы здесь видим? Мы перешли в программу для скачивания. И у нас появляются все-все-все видео, которые есть у спонсора на канале, с очень удобной кнопочкой «Скачать». То есть, если раньше мы заходили в отдельное видео, мы добавляли наверху в строке, в адресной строке эти буквы «SS», то здесь вы можете выбрать все, что вам необходимо для работы видео, просто нажав кнопочку «Скачать». Ну, допустим, так мы балуем своих самых сокровенных. У меня такого видео еще нет. Нажали «Скачать». Выбираем расширение. Ну, я всегда использую MP4 360. Самое оптимальное, немного весящее и очень удобное. Вот здесь у нас выскакивает такое окошко о том, что видео скачивается. Оно у нас сейчас, пока оно скачивается, буду рассказывать вам дальше. Конечно, у вас будет не одно видео, вы скачаете несколько. У меня Windows 7, поэтому все видео, которое я сгружаю с YouTube, падает в папку загрузки. Думаю, что у вас будет так же, ну, в принципе, некоторые компьютеры могут запросить путь, куда скачать. Это уже вы смотрите по обстоятельствам. Дальше. Какой еще есть нюанс? Каждое видео, которое есть у нас на нашем канале, нам необходимо подписать. Добавить описание. Что мы, как правило, добавляем? У меня это ссылка для регистрации, собственно, как и очень многих партнеров. Но каждый раз, да, добавили мы видео. Хорошо, если массово. А потом, когда мы начинаем загружать по одному, каждый раз заходить в предыдущее видео, копировать, заходить в то, что скачано, вставлять это описание, это очень долго и тратит наше драгоценное с вами время. Но есть очень интересный выход. Видео наше скачалось. Как его добавить? Вот сюда «Добавить видео». Если один файл, можно перетащить вот так вот мышкой. Если файлов несколько, то, конечно, вы зайдете в вашу папку «Загрузку» и выберите оттуда целым списком то видео, которое вам нужно. Посмотрите, я просто нажала «Загрузить», у меня уже вышло описание этого видео. То есть приглашаю вас в компанию Skinnybody Kia для создания бизнеса. Моя ссылка. Я добавила сюда еще ссылку на видео, как правильно регистрироваться, потому что есть некоторые люди, которые, ну, по каким-то причинам, они не хотят, чтобы мы им помогали, они хотят попробовать сами зарегистрироваться. В принципе, очень удобно сразу ссылкой подавать такое видео. Ну, я вам, конечно, не могу это рекомендовать, это выбор каждого, вы смотрите сами. И также ссылку на Skype. Вот наше видео загружается, оно еще не обработано, но в процессе обработки. Как сделать так, чтобы у вас сразу появилось описание? Я сейчас зайду отдельно на свой YouTube канал и покажу вам, где это можно сделать.
Вот как выглядел бы ваш канал. Конечно, у вас пока здесь видео нет. Прежде чем вы будете видео, вот вы взяли канал спонсора, вы скачали себе на компьютер видео. Прежде чем заливать его на свой канал, вы заходите в настройки. Куда? Данная Малахова, название моего YouTube канала. Нажимаем. Выпадает меню. Из него мы выбираем вот этот пунктик. Настройки YouTube. Жмем. Далее. Общая информация. Нам нужны дополнительные функции. Слева выпадает вот такое меню. Настройки по умолчанию. Опять-таки заходим. И появляется вот такое вот вкусненькое меню добавления видео по умолчанию. Здесь описание. У вас будет пусто. У меня уже стоит все то, что мне нужно, чтобы было под моим каждым залитым видео. Вы добавляете здесь свое описание и нажимаете кнопочку «Сохранить». И теперь на всех видео, которые вы будете заливать на ваш канал, будет стоять это описание. Абсолютно на всех. Переходим в наше «Загружено» и «Опубликовать». Если вы заливаете несколько видео, у вас они будут стоять списком. И на каждом вы будете нажимать кнопочку «Опубликовать». Конечно, предварительно убедившись, что под каждым из видео стоит описание, но названо так, как вы хотите, и с ним все в порядке. Вот так вот легко и просто, с помощью двух приемов, мы можем упростить себе жизнь и предварительно оформить свой канал для работы. Конечно, когда мы добавляем уже видео наших партнеров, которые с зарплатами или просто рассказывают о компании. В принципе, вы можете сделать по той же схеме. Или скачать с канала спонсора, или уже по тем ссылкам, которые регулярно в чате нашей команды появляются. Надеюсь, что вам это видео было полезно. Приятного всем дня, хорошего настроения, золотых партнеров. Всем удачи. Пока-пока.